Надеюсь, урок гербологии прошел успешно. Мне надо с тобой поговорить. Лучшим местом для разговора будет моя хижина. Но тогда ты опоздаешь на вождение метлы. Лучше иди к Невилу. Он на вождении метлы. Ты лучше поищи Невилла. Его поймали парни из Сливерен. Кажется, у твоего друга проблемы с Мелфоем. Возвращайся, когда подрастешь. Иди на уроки, Поттер. А там растения, которые едят жаб. Мистер Поттер, я профессор МакГонагал, заместитель директора Хогвартской школы и глава дома Гриффиндоров. Хотя я не оправдываю ваше исчезновение, Мелфой, хочу отметить, у вас большие способности к полетам на метле.
Обычно первоклассники не справляются с Квиддиш. Вы исключение. Первый в этом году матч Гриффиндора сегодня вечером с грозной командой Сливерин. Увидимся. Первоклассники не могут играть. Ты в команде? Отправляйся на уроки. Первоклассник в команде Квиддича?